Máš skraby. Oh, cholera. Oh, cholera. Cześć czołem, witajcie kochani, z tej strony ja, Amadeus, i witam was w kolejnym odcinku z gry Metro Last Light. Chciałbym wam powiedzieć, że robi się coraz ciekawiej, zdrada Pawła. Cóż, od tego momentu praktycznie już nie będę wiedział kompletnie, co nas będzie czekać, jak tam konkretnie będzie przebiegać akcja i tak dalej. A oprócz tego jeszcze raz przeszedłem etap teatralna, bo chciałem jednak uzyskać te wszystkie rozbłyski, bo jednak to dobre zakończenie strasznie chciałbym mieć i udało mi się zdobyć 4 z 5 dodatkowych rozbłysków poza nagraniem, co oznacza, że sporo tam było tego, że sporo tam było tych rozbłysków. Oczywiście trzeba było obejrzeć całe przedstawienie do końca, trzeba było wysłuchać rozmów ludzi, którzy byli tam na początku, później i tak dalej, więc trochę było tak tego do zbierania, ale dobra, nie przedłużając, lecimy dalej z historią. Пошел! Отставить! Это у нас так. Перегибы на местах, не обращай внимания. Мне тебя сюда надо было доставить, и ты теперь под арестом. Но с другой стороны, все может обернуться очень для тебя хорошо. Видишь, ты говоришь... Здравия желаю! Здравия желаю! Вольно! Вижу, жизнь бьет ключом! Надо бжитки морды. Так точно! Товарищ Москвин проводит смотр! Опа! Сам генсек! Товарищ Корбут тоже здесь? Так точно. Товарищ генерал тоже прибыл. Ну, повезло. О, холера. Как все закрутилось. Слушай, Артем, ты парень умный. Должен понимать, случайностей не бывает. Ты здесь неспроста. Ты много знаешь. И я советую тебе не темнить. И я тебе помогу. Мы ведь с тобой кто? Мушкетеры. Один за всех и все за одного. Холера, если машина. Цельно что мувить? И с другой. Все для нас. Этот ваш бункер, кому он достанется, тому и жив. Это последняя война будет, Артем. И мы к ней готовились. У нас сила. Jezu, jak to wygląda. Szpetny ryj. O cholera. Nie podoba mi się. Zdrowia желаю, товарищ генерал. Товарищ Морозов? Рад. Рад. Я думал, вы пропали. Смерти храбрых. Был в плену, Числав Андреевич. Вот, рейнджер спас. Какое совпадение. Лесницкий, вы же тоже... Рейнджер. Его знаете? Так точно. Это Артем. Доверенное лицо мельника. Они вместе нашли D6, и потом он отличился во многих операциях. Ну что ж, рад знакомству, товарищ Артем. Холайный здрайца. Там есть что предложить друг другу. Доставьте товарища... Соль негуциаций, курно. To właśnie są negocjacje czerwonych. Nie wydaje mi się, Dawajcie, że było. Młody człowiek, propuścimy obmian любезности i сразу перейдем к делу, а? Известные вам мутанты-телепаты черные представляют огромный научный интерес. Вы расскажете все, что знаете о них. За это обещаю вам жизнь и работу в вашем же ордене. Но на меня. Будем как мушкетеры. Один за всех и все за... Генеральный секретарь ЦК КПМ, товарищ Москвин.
Вячеслав, разговор к тебе. То есть он грубас? А это у нас что? Очередной враг революции. Хм. Отлично. Как вы верно отмечали, Лёне давно пора учиться работе с людьми. Вообще-то мы собирались... Отставить! Все эти ваши сыворотки правды, хитрые машинки, пустая трата времени. Дайте-ка я тряхну стариной. Холера. Ну, гнида. Маш вонс як Хитлер, холеро. Давай. А если червоны? Что знаешь про D6? На! О, курина. Молчишь? Получай! Говори, гнида, пока я тебе яйца не отрезал. Все ваши явки, ставки, пароли и всю прочую лабудень. Папа, зачем ты его так? Это называется допрос, Лёня. Допрос. Обычное дело. Что? Когда ты играешь в куклы, такого не делаешь? Нет. Сучёныш, власти без крови не бывает. Бывает. Твой брат правил без крови. И его до сих пор Стоять, я сказал! Вы... А, чили, однак, сынок не специально припада за татусем. Но вытянуть из него все и пулю в затылок без этих соплей. Потом ко мне. Есть разговор. Фак. Леонид был прав. Зачем? Похоже, наши отношения безнадежны и испорчены. Но тут на помощь приходит... Но, НЕ! Одна инъекция... Смешлявым, что ми то в яйца, курна, впердичишь. Холера. Cofam się dość mocno w przeszłość. Małe skraby. O cholera. O cholera. Ocalił mnie. Jak byłem mały. To znaczy Artema. Odprawiaj się na Wenecję z grupą. Rozpłacisz się tam z miejscami. Reszuj ich вопрос окончательно. Понимаешь, о чем я? Так точно. А с черным что делать? Да, черного обнаружили. Подробности в конверте. После Венеции сразу за ним и рекомендую больше меня не подводить. Nie podwiedu, towarzysz generał! Nie podwiedu! Cholera, przynajmniej wychwyciliśmy jakieś szczegółowe informacje a propos cienia. Ci zamierzają teraz iść. Пошли они все в задницу! И папаша, и Корбут, и Морозов, и революция, и мое большое будущее! Я так не хочу. Я все равно так не смогу. Пускай расстреляют, чем как папаша, родного брата. А вы там, если выберетесь, ну, живите! Вот. Давайте сюда. Там свобода. Уж я-то знаю. Я по этим трубам от отца все детство прятался. Jesteś добрым человеком. Таких людей уж практически в метре не ма. А не сподевалбим się никого такого на червоной линии. Муа. Муа. Dziękuję. Не ма тут чегось моего? Добра. Окей. Ну, удачи. Dzięki. O cholera. O, grzybki. Mniam, mniam. Pyszne, smaczne grzybki. Dobra. Lecimy dalej. Na koniec. Sadzisz, Czesław. Gawarić będziemy. Pro перегоwory w polisie? A, znaczy, już w kursie. Ja все-таки глава разведки. Глава, а информацию упустил. Проклятые беженцы. И полис, и Ганза, и даже нацисты чертовы уже все знают.
Грыз мы переловим, а война все равно неизбежна. Неизбежна? Знаешь, я и Политбюро сомневаемся. Сомнение – признак страха. Да как ты смеешь? Ты председатель госбезопасности и подчиняешься мне! Да, да. Но когда мы в шаге от окончательной победы революции, вы не имеете права нарушать план. Я не имею права! Я... Вы ведь всегда прислушивались к моим советам. Как, например, быть с вашим братом и после его безвременной кончины, генсек, вы. Теперь я снова даю совет. И лучше вам будет снова прислушаться. Ты не посмеешь. Знаете, товарищ Москвин, либо мы с вами одна команда, либо каждый сам за себя. Но, Чеслав, да стоит вообще это чертово метро, всей кровище, которую мы прольем. У меня есть способ сделать все бескровно. Ну, хорошо. Хорошо. Действуй. Политбюро я беру на себя. О, холер едне. Козел. Допрыгаешься еще. Co, usiądziesz sobie? Pewnie będzie tak siedział, dobra. Nie mam zamiaru tutaj czekać. Лобовой удар не имеет шансов. Вот если с поверхности, через церковь, потом катакомбы, зайти в спину, тогда, возможно, с основного направления и не встретит сопротивление. Потом зачистка. Смирно! Товарищ генерал! Бойцы, на вас возложена ответственная задача. Вы знаете ровно столько, сколько должны знать. Вы должны помнить две вещи. Первое. От вашего успеха зависит победа. Второе. Операция засекречена. В плен вы сдаваться права не имеете. Вопросы есть? Можно ли нарушить радиомолчание после захвата объектов? Только в крайнем случае, только на кодированной частоте. В случае контратаки противника, объекты удерживать или отходить? Удерживать. Активное противодействие не предполагается. Товарищ генерал, вы приказали убрать все знаки отличия, но потом нам выдали флаги. Тихо. После победы и получения сигнала поднимите флаги над захваченными объектами. Еще вопросы есть? Никак нет, товарищ генерал. Ну... Удачи, орлы! Служу красной линии! Dobra. Robi się oczywiście ciekawie. Вот теперь я нахожусь в настоящих паучьих катакомбах. И генеральный секретарь Москвин до уровня главного паука не дотягивает, явно уступая генералу Корбуту. Знать бы, что он задумал. Что доставил ему Лесницкий из Д-6? Что должно уничтожить врагов революции? Пока сплошные вопросы. Ясно одно. Информация о черном у Павла. Теперь он моя цель. Окей. Зараз забачимы. Czy uda się nam wydostać stąd? Zdobyć jakąś broń. O! O! Fuck. O! Hełm. Cały. O! Yeah! Nie to? Mamy całą naszą broń. Dostaliśmy jakiś nowy granat. Maski przeciwgazowe. Czy ja widzę coś? Wihu! 4 minuty. To i tak jakoś mało. Czekajcie, jak dostaliśmy tu filtry, to znaczy, że będzie trzeba ich użyć. Jakaś strzelba.
Dobra. Matko jedyna, co to jest? Nie wiem. Albo tłumik na shotguna, co jest głupotą. Albo jakieś przedłużenie. Dobra. Nie możemy tylko dać się jakby specjalnie wykryć. To nic nie mamy, bo kupowałem, więc... Problem, co tu mamy? A, super. В инструкции сказано красный провод. Вот его и выдергивай. Сам и выдергивай. А я пока за углом постою. Что, камешки наделал? Смотри, как настоящий мужик это сделает. Ну-ну, мужик, чё руки-то дрожат? Руки ладно. Главное, чтоб ещё другое не дрожало. Так, собрались. Красный провод. Красный провод. Давай. Да не торопи ты. Ну, долго еще? Сейчас. Ты рим-то? А? Э? Ну-ка, ну-ка. Буду сейчас. Kałacha mamy. Shit, ale... Kałaszek czy to... Nie, to ma jednak tłumik. I będzie lepszą bronią. W walce z tymi... Czerwońcami. No, сколько można? To im obchod, to im na mieście siedzi. Второй пост, ответьте, второй пост! Да что ж, блин, такое? Ну не разорваться же! Не понял, что это? Добра. Чихутенько. Wyłącz to. Coś tu jest. Kałaszek kolejny. Kurna mać. Zmieniłbym sobie na niego. A? Nic tu chyba szczególnego nie było. Chyba z kolegi. Dobrze. O kurna. Dobra, okej. Okay. Та хель! Это что тут за балаган? Кто объект патрулировать будет? Я? Ну-ка, все быстро по маршрутам! Есть! Иван, стой! Ты с крысами разобрался? Я приказывал сжечь, без разговоров. Сжечь? Товарищ командир, мы же не фашисты какие, людей живьем сжечь. Пулю в затылок, это еще куда ни шло. Какие люди, какие пули? Что ты мелешь? Ну, вы же про беженцев? Какие еще беженцы? Ими пусть особисты занимаются. Я тебе про обычных крыс. С хвостами. Сбудовали, курна. Чапонг чоук. Курде. Добра, окей. То робимы зачемнение. Хо-хо-хо. Шит. Шит. Ты оружие новое получил? Нет, товарищ командир. Прапорщик сказал, что без вашего личного присутствия ничего не подпишешь, или вы даже... Оставь бумажки. Скажи, что это следует... Тихо, тихо, и спать. Ты ж меня не видел. Дословно, мышка. Dobra, gdzie jesteście? Tam mam się przedostać? Tam jest ziom. Tak, żeby mnie nie widzieli. Kurna, trzech, czterech. Jeden ziom jest tam. Znaczy tak. Мне тут приказали подключить людей к работам. Вот так-так. А что случилось, Андрей? Обрал случай.
отключился, рук не хватает. Вот нами дыру и затыкают. Понятно. Ну а раз понятно, пойди определи тем двум бездельникам. Фронт работ. Есть. И себе тоже потом занятия найди. Dobra, tędy chyba mogę się przedostać. Внимание, персонал! Чего это они там? Да чего, чего? Как обычно. Телегу бы сейчас задвинули от начальника за технику безопасности. А то мы там не расписывали за то. Позбыть все тут и światło przydało. Кожа, не знаю, что они не сон за близко. Чему глаз страхой шибануло? Это в том месяце, а это на той неделе. Да. Добра, сейчас мне даже гони. Ну а я. Не огорняем в огуле. Кому пока? Починили бы мы. Как для них, то в сумме przepaliły się żarówki. Добра. O, teraz kałaszka z filmikiem można wziąć. Dobra, co zmienię na kałaszka z tłumikiem. Shit, dobra. Zaraz się kolegi pozbędziemy. Nie no, nie będę mu strzelać w łeb. Po cichutku wszystko robimy. Coś tu mamy, nic. O-o. Так и простыть недолго. Добра. Один из ту. Троих вообще выдумал посты. Как еще позбыть этих двух? На шепчутку. А? Давай. Что? Na szybciutko. Dokładnie. Coś tu jest w sumie ciekawego? Nie? Gdzie? Nic. Kolega miał coś. Miał kałaszka. Tylko, że ten kałaszek był z tym. A dobra. Trudno. Najwyżej potem dodam gdzieś. Poszukam na stacji, jak będę mógł. Z celownikiem sobie dorobię. Pozamykane, kurde, na klucz. To jest? Czyżby się okazało, że nie musiałem... Aj, dobra już. Nieważne! Jest dobrze, nie zabiliśmy nikogo jeszcze. Zastawę na mostu nie znasz? Da, znaję, конечно. Sam tam służył, choć i niedługo. Tak tam w tym roku takie było. Mużyki rozkazywali, kto-to i naszych, i faszystów wszystkich podczystuju wybił. Смена пришла, а все лежат. И фашистов нет. Вообще никого живого. Летеха разведку послал, те вернулись, на той стороне то же самое. Пока собрались наступать, фашисты забегали уже, зашумели. Видно, тоже смена прибыла. А на кого вообще думали? Там же народу было. Мы же месяцами там с фашистами бодались. Ну куда там? Укрепление с обеих сторон непробиваемое просто. Вообще слухи дикие ходят. Один кто-то работал. Меня не видел. Чуть ли не сам черный обходчик. Добрый жом. Открутил гайку с путей. Да бред полный. Ты-то сам что думаешь? Думаю, это или ганзовские команды, или спецназ. Крупный отряд. Чиха мне там и лежать. Хрен бы они смогли напасть одновременно с обеих сторон. Да как такой отряд прошел бы там незаметно? Хотя предатель там вроде был. Добра. Окей. Tego kolegę mamy z głowy. Może szpion, to wow, wow, wow. No, wciąż
Больно сложно получается. Ну кто ж теперь знает? Дело прошлое, вышло же как-то. Посты с тех пор утроили, кстати. Давай-ка и ты лучше по казарме пройдись. Да посмотри, чтобы и нас так не застали. Ладно, все равно заняться нечем. Не побаливает. Надо духа помочь. Добра, скончил. Пусть даст чего. Czy robi sobie przerwę? Nie, przerwę zrobił sobie. Tam jest kolejny ziom. Nurzen. A вообще nie tak się i było. Stoisz sobie. Cicho. Kolega też uśpimy. Było. Co to jakieś wanienki, jakieś nie wanienki. Po cichutku. Wszystko robimy po cichutku. Coś tu mamy, jakąś dźwigienkę. Dobra. To co, pora się wydostać stąd. Cholera. No to robimy ściemnionko. Za co ono tak ciągnie to po nogach? Jak nie staniesz? Co jest? Mierda! Trwoga! Fak, czyżby ogarnęli? Shit. Что за шум? Вроде... Nie ugary! Bo ja jebie! O! No i teraz jestem w dupie. Cichaj, cichaj, mnie nie widziałeś. No ja ciebie. No i poszło wszystko w pizdu. Debil się odwrócił. Dobrze, polazł nie w tą stronę. Kurde, nic kompletnie nie widzę. Nie mam noktowizora. Nope. Czekajcie, czy ja się... O Jezu, ale żem to z... Pierdzielił, żem się wrócił. Jak ja żem to kurna mać zrobił? Zrobił taką głupotę. Мужики, вы потише. Cholera! Ja pierdzielę! A!
Ach! Żebym to spierdzielił trochę. Żebym się wrócił głupio. Czekajcie. W tym momencie... Czekajcie, ja się na pewno wróciłem? Tamtych się pozbędę, wszystkich uciszę. Kurna, skończ te ćwiczenia. Co? Cichaj mnie tam, kurna mać. Leżeć. Dwóch jeszcze. Tych dwóch też, kurna. Cicho byli. Nie mam zamiaru, kurna. O! Co my tu mamy? Pistolecik, fajnie. Czy coś tu jeszcze jest? Nie! W sumie to wszystko. Dobra. Trzeba się ogarnąć. O mój Boże, jest plan. Tutaj jestem. Tak? Nie wiem. Samemu nie ogarniam. Chyba, że nie tutaj trzeba było iść. Snóż do ciepania. Tam zdjąłem tego kolesia, tylko nie wiem, czy tam nie było jakiegoś przejścia. Nie, nie, tutaj nic niestety. Okej. Czy co, ja tam musiałem jednak iść? Kurna. Czekajcie, dobrze by było, żeby tam jakiś był zapis. Nikt mnie nie widział, nic mnie nie słyszy. Jezus Mario, co to? O matko. To chyba jakiś taki żart. Mało śmieszny. Dobra, kolegę zdejmiemy. Zaraz się uspokoi. Będzie wszystko dobrze. Coś mi się wydaje, że ten odcinek będzie z... Siedzisz? To siedź, nawet leż. Ile byś leżał po cichaju? Dobra. Zaciemnionko. O, chyba tam widzę drzwi, do których muszę zmierzać. Tam jest jeden ziom, którego chciałbym ominąć. O. Tak bokiem przejść, tych nie alarmując. Dobra, on se pójdzie. Ty tam nie uwiekajcie. Zaś to zapozdanie jak palierki bywają.
Tam jest kury na to jebane światło. Co? To wyglądało trochę jakby zatrzymał pięść tuż przed jego twarzą. Dobra, tu zgasił. Gasimy, 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 gasimy. Tam jest. Odwróć się. Dokładnie. Чекай. Это отпалить? Не знаю. Давай, 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 давай! Фильтр. 5 минут фильтра. О, я ебе! Cholera. Kochani, to nagranie i tak pewnie będzie miało gdzieś ucięcie. A na razie póki co, mam nadzieję, że odcinek wam się podobał. Oczywiście jeszcze trochę nas czeka przy przejściu przez tereny czerwonych, ale nie wiem. Nie wiem na serio, bo sam też nie ogarniam tego etapu tutaj. Więc zobaczy się. Na razie póki co w miarę idzie. Dobra, a jeżeli odcinek wam się spodobał, nie zapomnijcie o zostawieniu kciuka do góry, czyli lajka, komentarza, co wam się nie podobało, co było się wam podobało, lub wypowiedzieć swoje, ale... a jeśli chcecie śledzić na bieżąco wszystko, co u mnie na kanale wychodzi, nie zapomnijcie zasubskrybować go. Dzięki, nara i do usłyszenia następnym razem. Trzymajcie się, hejas!